Весьма благ Бог. Ļoti labs ir Dievs. Ļoti labs ir Dievs. Amen. Amen. Аллилуйя. Amen. Хорошо, я хочу спросить, вы помните, мы недавно приезжали с пастором Олегом? Кто помнит? Atcerieties, ka nesen mēs atbraucām ar mācītāju Олегу. Благослови Сару, Господь, сейчас, чтобы сила Святого Духа прошла через нее. Наполни ее, Господь. Амен. Амен. А кто был здесь, когда мы были с Олегом? Почтите. Хорошо, опустите руку. У кого есть свидетельство, кто получил исцеление, благословение, были пророчества, у кого есть что-то, что произошло в твоей жизни на тех служениях, подними руку быстрее. Я хочу видеть. Поднимите руку, если Бог благословил вас на тех служениях. Если было какое-то благословение в твоей жизни. Есть такие люди здесь? А, у тебя иди сюда. Аллилуйя. Еще здесь есть такие люди, которые получили благословение. Идите сюда. Человеки, аллилуйя. Кратко, быстро, сейчас мы будем свидетельствовать. Еще есть такие люди, которые получили благословение на тех служениях. Ir поднимите человеки, руку быстрее. Вам надо засвидетельствовать. У тебя тоже? Иди сюда, иди сюда. У тебя тоже было? Аллилуйя. Иди сюда, скажи это, что было. Аллилуйя. Хорошо, есть еще у кого-то исцеление или что-то произошло? Потому что Бог благ. Аминь. Tāpēc, ir labs. Что произошло? Kas notika? Stāstīšu latviski. Tad, kad mācītājs Orens un mācītājs Oļegs bija kuldīgā, когда пастор Орен и Олег были в кулдиге, bija dievkalpojums, было богослужение, mācītājs Oļegs и пастор Олег Святая гора спека, пекая моя сила и клад. Стиль Духа Святого подошел к моей жене. Он был праведный сварт. И было слово пророческое. Он тас был лайк, когда мы сгаем тадим саспилатим обстакрем. И это было то время, когда мы переходили какие-то затрудненные время. Лиос грутивс финансы. И у нас были большие финансовые трудности. Лиос тац кредит слокс. И был большой такой нагрузка кредита. Mūsu lūkšana jau gadu, 10 gadu garumā. И наша молитва уже в течение 10 лет. Lai mēs tiktu vaļā no kredīta. Было то, чтобы мы могли освободиться от кредита. Un ka mēs varam pārdot māju un iziet no Ēģiptes zemes. И чтобы мы могли бы продать дом и выйти из земли египетянской. Un tas vārds, kas nāca no tā kunga. И это слово, которое пришло от Господа. Kad šis laiks, šis ciešana, šis moka laiks beigsies. Это время ciešanu. Страдание закончится, и начнется время благословений. И в апреле месяце мы тикам валя на кредит 30 тысяч евро апмера. И в апреле мы освободились от кредита 30 тысяч евро. Мы пардевам май. Мы продали дом. Мы изгаем из этой Египет земли. Мы вышли из этой земли египетянской. Dievs pārdabīgā veidā vispār, nu, sāk lietas pie mums kārtot. И Бог чудесным образом начинал творить дела в нашей жизни. Nu, ko mēs jūtam, ka tā ir finanšu uzplaukums, svētība uzplaukums. И теперь мы это чувствуем, когда финансовое процветание в нашей жизни. Un, ka tas tiešām bija, ka tas bija vārds īstā laikā. И это было слово в нужное время. Слава Богу! Слава Девам. Когда исцеление финансов происходит, это очень важно. Ir ļoti svarīgi, ka notiek finansu dziedināšana. Что с вами произошло? Man kāds divas, trīs dienas pirms tam bija sapampusi potīte. И перед служением где-то 2-3 дня sapampusi potīte un pēdas virs. Kā ir sapampusi potīte? Apūkla vot это место. Да. Ну. Un pēc tam, kad bija mācītājs atbraucis, и потом, nu, когда пастор приехал, Dievs pieskārās man, Бог коснулся меня. Un aizējot mājās, es skatos, я пришла домой, pampums vairāk man nav. И все это ушло. Es pilnīgi raudāju. И я даже плакала. Nokritu ceļos un pateicās Dievam. Stala na kolēni и сказала спасибо Господу. Спасибо. Paldies. Вчера на служении одна девушка рассказала мне одну вещь. Vakar dievkalpojumā viena meitene izstāstīja man vienu lietu. Ей 37 лет.
Viņai ir 37 gadi. Она католичка. Viņa ir katoliete. Она никогда не ходила на служение, когда я приезжал. Viņa nekad nebija gājusi uz dievkalpojumiem, kad es atbraucu. В этот раз Бог сказал идти. Бог не то, что сказал, она прочувствовала, что нужно идти на служение. Bet šajā reizē viņa сажута. Kad ir jāiet uz dievkalpojumu iepriekšējā reizē, kad es biju. Un pat vīrs piekrita atnākt. И мы рвали силы тьмы с пастором Олегом. Un mēs ar Olegu sarāvām tumsas spēkus. Это было сильное служение. Tas bija ļoti spēcīgs dievkalpojums. И Бог наполнил пастора Олега. Un Dievs piepildīja mācītāju Olegu. И он начал пророчествовать этой девушке. Un viņš sāka pravietot šai meitenei. Он вообще начал молиться за это и пророчествовать, что Viņš sāka lūgt un pravietot. Кто не может рожать, будет рожать. Kas nespēja dzemdēt, dzemdēs. Ей 37 лет. Viņai ir 37 gadi. Что только не делала, она не могла родить. Ko tikai viņa nebija darījusi, viņa nespēja dzemdēt. И Олег ей сказал, что через год у тебя будет ребенок. Un Olegs viņai teica, ka pēc gada tev būs bērns. Она вчера пришла. Vakar viņa atnāca. Она говорит, после этого я пошла к врачу. Un viņa teica, es pēc tam gāju pie ārsta. Врач предлагал мне. Ārsts piedāvāja. Вот эту процедуру, которую сегодня делают. Процедуру, ko piedāvā šodien. Вы знаете, да, эти процедуры, чтобы забеременеть. Jūs zināt, ka šī par procedūru, lai kļūtu stāvoklī. Она сказала, но это же не будет чудо. Viņa teica, bet tas tad nebūs brīnums. Она отказалась. Un viņa atteicās no tā. Бог почтил ее. Un Dievs viņu apmeklēja. Она вчера была уже там на служении, она беременна. Viņa vakar bija uz dievkalpojumu, un viņa gaida bērniņu. Слава Иисусу. Слава Jēzum. Amen. Amen. Поэтому, если у вас есть, скажи, благословение было, иди скажи, благослови, а то я же вот так. Nāc pastāst par svētību. Kas notika? Как это высказать? Как когда ты izteikt? Находишься в помазанном месте, svaidītā vietā, когда ты слышишь, kad tu dzirdi, и то, что ты слышишь, un тебе to, ko tu открывает dzirdi, tas tev глаза atver и дает понимание. Как это сказать? Saproti, kā to pateikt? Вот это и было в прошлый раз, когда Олег служил. Lūk, tas arī notika pagājušo reizi, kad Oļegs kalpoja. И вообще, когда служит Un vispār, служителя kalpo, из kalpotāji Израиля, no Израиles, это чувствуется. То var sajust. Мы хорошо дети Божии, да? Но, mēs esam labi Dieva bērni. Но когда приезжают Bet, kad atbrauc из Иерусалима, no Jeruzalemes, из Израиля, no Израиles, я не льщу, но я говорю, как есть. Es saku, kā ir. Это... Это есть соль, это есть tas сила ir, tas и, sals un spēks. И то помазание, которое un было в прошлый раз. Svaidījums, kurš bija pagājušo reizi. Я вот сейчас спросили, кто получил. Я Tagad помню prasīja, это служение. Kurš saņēma, es atceros šo dievkalpojumu. Я каждую неделю на служении. Es katru nedēļu Но если я помню, что было год назад. Bet ja es atceros to, kas notika ты понимаешь, это же есть благословение. Tu saproti, tā taču ir svētība. Как это сказать словами? Kā to pateikt vārdiem? Не знаю. Es nezinu. Но это ценность. Bet tā ir vērtība. И сегодня я тоже вам желаю. Un šodien es эту jums ценность novēlu пережить, šo vērtību получить. Piedzīvot Господь un saņemt. Уже здесь. Tas kungs jau ir šeit. Это чувствуется. Tas ir jūtams. Amen. Amen. Аллилуйя. Amen. Хорошо. Преобразование и преображение. Ты тоже что-то хочешь сказать, сестра? Аллилуйя. Во-первых, я, ну, я знаю, что сейчас, ну, через тебя Бог что-то особое сделал, потому что... Pirmkārt, es zinu, ka Dievs caur tevi kaut ko īpaši izdarīja. Мне внутри что-то горит. Man iekšā viss deg. Я не знаю, что это, ну... Es nezinu, даже... kas tas ir. Я знаю, мне есть тебе слово. Es zinu, man ir vārds priekš tevis, un man tas ir jānolasa. Tā ir žēlistība. Man tev ir jānolas viens vārds. Sestra, мы тебя сильно любим. Mēs tevi ļoti, māsa, mīlam. Ты настоящая сестра. Tu esi īsta māsa. Я сейчас должен тебе зачитать это слово. Man ir jānolasa tev šis это vārds. Это сильное слово. Tas ir spēcīgs vārds. Который Бог мне дал для тебя. Kuru Dievs man deva tev. Кимбрасото. И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое, которое послал я на вас, и до сытости будете есть,
и насыщаться и славить имя Господа Бога вашего, который дивное соделал с вами, и не посрамится народ мой вовеки. Господь, я благословляю ее этим словом во имя Иисуса. Господь говорит, я воздам вам за все те годы. Наполни ее. Господь говорит, что Он придет в этот дом и даст преобразование и преображение во имя Иисуса. Я пророчествую на тебя. Я пророчествую на твою семью. Я пророчествую в твою жизнь, что Дух Божий преобразует и принесет преображение. И от мала до велика люди будут преображены no mazuma, силой Святого Духа caur Svēto во imя Иисуса. Tiks izmainīti. Jēzus vārdā. Я хочу добавить то, что es gribu piebilst tam, ko Aigars teica. Я не буду говорить только о служении Олега. Es nerunāšu tikai par Olegu kalpošanu. Мне по-моему кажется, что они вот пастор Оренс с Олегом, они Оренс он Олег. Что-то, они что-то особое, когда они вместе служат. Viņi kopā ir kaut kas īpašs. Я не помню, это в прошлый раз или позапрошлый. Es neatceros pagājušā reiz vai vēl pirms tam. Но мы служили в Liepājā с прославлением. Bet mēs kalpojām Liepājā un slavējām. Знаю, что очень благословенно ехать с одного служения на второе. Es zinu, ka tas ir ļoti svētīgi braukt no viena dievkalpojuma uz otru. Не только на одно прийти, но... Ne tikai uz vienu atnākt. И там мы были после служения, мы вместе покушали. Un pēc dievkalpojuma mēs kopā paēdām. И много говорили о Иисусе, продолжали говорить. Un daudz turpinājām runāt par Jēzu. И вы знаете, вот такое ощущение в один момент. Bija vienā momentā tāda sajūta. Такое странное, как будто... Tāda ļoti īpaša. Как будто... It kā... Такое было ощущение, что вот именно сajūta, так ощущались... Tad tieši tā sajūtās... Ученики Иисуса. Jēzus mācekļi. Казалось, что он между нами. Likās, ka viņš ir starp mums. Я думала, что это только мне так показалось. Es domāju, ka man tikai tā likās. Потом мы ехали домой по дороге. Pēc tam mēs braucām mājās un mašīnā es pa ceļam saku saviem kalpotājiem. Что-то было странное. Es saku, bija kaut kas īpašs, dīvains. Bija tāds sajūta. Как вот Библия живая стала, Иисус между нами. Ну так, понимаете? Un Jēzus bija starp mums tā dabīgā veidā. Такое ощущение какое-то. Bija tāda sajūta. И они мне говорят. Un viņi man saka. Андрей говорит, я тоже это ощутил. Es arī to sajūtu. Эдуард говорит, я тоже это ощутил. Es arī to jūtu. Толя говорит, я тоже это ощутил. Un vēl saka, es sajūtu to. Что я хочу сказать? Ko es gribu teikt? Что ну, Бог что-то приносит через это служение. Dievs kaut ko nes mums caur šo, šiem kalpotājiem. Это надо, ну, уважать. Un ir jāciena. Надо особо слушать, ir īpaši надо особо открывать сердце, īpaši jāatver sirds, потому что Он присылает нам ангелов, присылает нам посланника. Sūta mums, и мы можем angelus, слушать, и можем не услышать. Un mēs varam gan sadzirdēt, gan nesadzirdēt. Иисус может между нами быть, Jēzus var и мы būt можем пройти ему мимо. Bet mēs varam viņu но можем затронуться. Varam, bet mēs varam arī aizskart viņu. Я не хочу как-то поднимать их как людей. Es negribu viņus celt kaut но тот дух, который они несут, bet to garu, ko viņi nes, tas ir spēcīgi. Amen. Спасибо, сестра моя. Я хочу, чтобы вы закрыли глаза. Я хочу помолиться за ваше исцеление сейчас. Закройте свои глаза, мы помолимся за исцеление. Сейчас принимайте, а потом в конце вы будете свидетельствовать. Положите руку на то место, где у вас болит или где у вас болезнь. Дорогой Господь, ты великий Бог. Написано, что ты Иегова Рафа. И написано, что ранами Сына Твоего, Иешуа, Мессии, мы исцелились. Ты послал Свое Слово и исцелил нас. И от могил наших избавил нас. Мы народ Твоего Завета. И мы просим из-за крови Иешуа. Из-за имени Иисуса. Исцели Свой народ. Ты сказал, что исцеление – это хлеб для детей. Господь, я благодарю Тебя, что Ты сейчас высвобождаешь Свою руку и исцеляешь каждого здесь. Пусть ни один не останется неисцеленным. Любая болезнь, психическая, физическая, душевная, духовная, моральная, Господь, физическая, пусть
придет исцеление. Во имя Иисуса я связываю всякий дух, порабощающий разум, всякий дух немощи. Я запрещаю тебе действовать, уходи прочь. Я провозглашаю, что сейчас приходит исцеление во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Хорошо, я сегодня буду говорить слово. Варду. Я даже не знаю, как его назвать. Es pat nezinu, kā to nosaukt. Вы потом сами назовете. Pēc tam jūs to nosauksiet. Давайте поприветствуем брата нашего пастора из Финляндии Игорь Башлов. Sveicināsim mācītāju no Somijas Igoru Bašlovu. Он тоже с нашего служения. Viņš arī ir no mūsu kalpošanas. Слава Богу. Амен. Пастор Алдрис, поприветствуйте его тоже. Мацитай Алдрис, sveicināsim. Он нас возит в этот раз тоже с нашего служения. Arī no mūsu kalpošanas. Аллилуйя. Аминь. Все будет хорошо. Vis būs labi. Дети. Bērni. Откройте, пожалуйста, вместе со мной. Atveriet kopā ar mani Библию, если у вас есть. Ja jums ir. 15 глава Бытия. 1 Мозес 15 nodaļa. Бытие 15 глава. 1 Мозес 15 nodaļa. С 1 стиха. No 1 panta. После сих происшествий, пред шем нотикумем, какие происшествия? Пред кадем нотикумем. Авраам пошел спасать своего племянника Лота. Абрамс гая глабт саураденек Лоту. И вышли к нему два царя навстречу. Он изгая виням две тенини прети. Один был Мелхиседек. Венс бия Мелхиседекс. Царь Салима. Салимас тенинч. Царь Иерусалимский. Иерусалимас тенинч. Что значит царь Шалома? Kas nozīmē šalom ķēniņš. Священник Бога Всевышнего. Visu varanā Dieva priesteris. И подал ему хлеб и вино. Deva viņam maizi un vīnu. Что является прообразом истины и Духа Святого. Kas ir patiesības un svētā gara simbols. Что является прообразом слова и Духа. Kas ir vārda un gara simbols. И сказал ему такие слова. Un teica viņam tādus vārdus. Очень интересно. Ļoti interesanti. 18 стих 14 главы. 14 nodaļas 18. pants. И Мелхиседек, царь Салимский, вынес хлеб и вино, он был священник Бога Всевышнего, и благословил его и сказал: благословен Авраам от Бога Всевышнего, владыки неба и земли, и благословен Бог Всевышний, который предал врагов твоих в руки твои. Авраам дал ему десятую часть из всего. Un Melhisedeks Salemes ķēniņš iznesa vīnu un maizi. Viņš bija visaugstākā Dieva priesteris, un viņš to svētīja un sacīja, lai svētī Ābramu visaugstākais, kas radījis debesis un zemi, un slavēts, lai ir visaugstākais Dievs, kas tavus ienaidniekus devis tavās rokās, un Ābrams deva tam desmito tiesu no visa, kas tam piederēja. Un tūlīt pēc tam momentā iznāk Sodomas ķēniņš. Если царь Мелхиседек это прообраз нашего Господа Иисуса, ja Melchisedeks ir mūsu Kunga Jēzus Kristus līdzība, то царь Содомский это прообраз этого мира, который погряз во лжи, во тьме, в грехе. Tad Sodomas ķēniņš ir šīs pasaules līdzība, kas ir grimusi dubļos un netīrībā un grēkā. Царь века сего это сатана, дьявол. Šīs pasaules valdnieks ir Sātans. И вот мы видим два прообраза. Un mēs redzam divas līdzības. Царя правды. Taisnības ķēniņš. Мелхиседека. Мелхиседеку. Потому что Мелхиседек. Tāpēc, ka Мелхиседек. Это переводится как царь мой, царь правды моей или царь праведности. Tulkojumā tas nozīmē taisnības ķēniņš. И также царь неправды или царь лжи. Kā arī tulkojumā melu ķēniņš. Мы видим это Mēs здесь. Redzam to šeit. Послушайте, если великое оружие Бога. Ja varenais Dieva ierocis. Это правда. Tā ir taisnība. Библия говорит: ты возлюбил правду. Bībele saka, tu esi iemīlējis taisnību. И возненавидел беззаконие. Un esi neieredzējis netaisnību. И благословил тебя Божий Бог твой. Un tevi ir svētījis tavs Dievs. Больше всех тех, которые с тобой. Vairāk par visiem tiem, kas ir ar tevi. Если оружие Божье это правда. Ja Dieva ierocis ir taisnība, то орудие дьявола это ложь. Tad Sātana ierocis ir meli. Это ложь. Tie ir meli. Дьявол правит этим миром. Sātans valda par šo pasauli. Через ложь. Caur meliem.
Каждый раз, когда ты веришь тому, что говорит дьявол, он тебя побеждает. Дьявол ничего не делает без лжи. Иешуа сказал о нем, он отец лжи. И когда говорит ложь, говорит свое. Он изначально не устоял в истине, Viņš в правде. И поэтому был свергнут с небес. No послушайте внимательно. Вам нужно понять одну вещь. Когда Бог вам что-то сказал, teicis, и вы слышите голос, balsi, который говорит, что это невозможно, saka, вы видите обстоятельства, которые говорят, что saka, этого не произойдет, вы получаете чувства, jūtas, которые говорят, что невозможно saka, этому быть. Знаете, Ziniet, что это tas, ваша греховная плоть, которая берет это от сатаны. No греховную плоть контролирует дьявол. Вы меня не слышите. Греховную плоть контролирует дьявол. Но когда ты распинаешь ее крушкам, через веру в правду, caur ticību, кто-то taisnībai, слышит меня, kāds dzird mani, через то, что ты веришь в Божью to, правду, tici Dieva taisnībai, люди пытаются изгнать беса, cilvēki cenšas люди пытаются изгнать garus, дьявола, cenšas но они сатана, не знают, bet viņi nezin, что можно его победить, ka viņu var uzvarēt, поверив в правду. Ticot taisnībai. Кто-то слышит меня? Kāds dzird mani. Ты просто должен поверить правде Божьей. Правда Божья – это истина. Dieva taisnība ir patiesība. Это истина, которая записана в книге Писания. Авраам встречается с Мелхиседеком. Авраам сатиекас ар Мелхиседеку. И Авраам встречается с царем Содомским. Un Авраам сатиекас ар Содомас кьениню. Мелхиседек не делает никаких предложений Аврааму. Мелхиседекс неко не лег прежде. Он выносит ему хлеб и вино. Изнес виням майзи ун вину. Он говорит, съешь эту истину. Винч сака эджо патесиву. И выпей этот дух. Ун издер шо гару. Дух правды. Taisnības garu. Выходит царь Содомский. Изнак Содомас кьениш. И говорит, забери себе все. Ун сака паньем себе. Только людей visu. Отдай мне. Людей мне отдай. Tikai cilvēkus man atdod. Людей только мне отдай. Tikai cilvēkus man atdod. Он говорит, я тебя типа обогащу. Viņš saka, nu, es tev если вы хотите быть богатыми, ja jūs gribiet духовно, kļūt bagāti, душевно, garīgi, физически, dvēseliski, вы должны понять, jums ir jāsaprot, что ваше богатство ka jūsu bagātība приходит от Бога, nāk no Dieva. И вам нужно совершенно отказаться un jums pilnībā от того, что предлагает no вам tā, этот мир. Jums piedāvā šī pasaule. Я не хотел говорить вообще об этих вещах. Я не знаю, куда мы идем. Es nezinu, хорошо, es negribēju par если вы runāt, хотите быть богатыми, ja jūs gribat būt bagāti, это нормально. Tas ir normāli. Но вы должны понять, bet jums ir jāsaprot, что есть определенные законы и принципы у Бога. Богатеть нужно в Иисуса. Я клюст богатым даже если Jezu, ты богатеешь деньгами, пат, ja tu тебе naudā, нужно богатеть в Иисуса. Tev, tik un tā ir ты должен понять, Jezu, что jāsaprot, Бог не изменяется. И Он ради тебя, любимого, не собирается un менять свои принципы. Смиļotā, дель, viņš savus принципus netaisās mainīt. Он не будет менять свои законы viņš из-за тебя. Nemainīs savus likumus tevis он хочет тебя благословить. Viņš grib хочешь, чтобы ты выбрал путь правды, путь истины, для того, чтобы благословляя благословить тебя, и чтобы все, кто вокруг тебя, были в благословении. Ты должен выбрать этот путь. Ты должен избрать его. Tev tas ir jāizvēlas. Это твой выбор. Tā ir tava izvēle. Это твой выбор в завете. Tā ir tava derības izvēle. Это твоя часть в завете. Tava daļa derībā. Ты должен понять одну вещь. Tev ir jāsaprot vienu lietu. Что когда приходит завет от Бога. Kad atnāk derība no Dieva. Все, что Божье, становится твоим. Viss, kas ir Dieva, kļūst arī tavs. Все, что твое, тоже должно стать Божьим. Tam arī ir jākļūst Dieva. Jāpieder Dievam.
Все, что Божье твое. Viss, kas ir Dieva, ir tavs. Но все, что твое, тоже должно стать Божьим. Авраам сказал ему. Teica viņam, я даже, он говорит, сказал царю Содомскому, поднимаю руку мою Господу Богу Всевышнему, владыке неба и земли. Un Ābrams sacīja Sodomas ķēniņam, es paceļu savu roku uz to kungu, visu augsto Dievu, что kam pieder debesis un zeme. Что даже нитки и ремня от обуви не возьму из всего твоего, чтобы ты не сказал, я обогатил Авраама. Nevienu pavedienu, nevienu kurpju siksnu, ne citu, ko es neaiztikšu no tā, kas tev pieder, lai tu neteiktu, es esmu Ābrāmu darījis bagātu. Здесь потрясающие слова. Šeit ir brīnišķīgi vārdi. Авраам говорит, я знаю того, в кого уверовал. Ābrams saka, es zinu to, kam esmu noticējis. Авраам говорит, я знаю, кто корень моего благословения. Ābrams saka, es zinu, kas ir manu svētību sakne. Авраам говорит, я знаю того, кто обогащает меня по богатству славы своей. Es zinu to, kurš dara mani bagātu pēc savas slavas bagātības. Авраам говорит, я знаю того, кто призвал меня. Ābrams saka, es zinu to, kurš man ir aicinājis. Viņš ir pats bagātākais. У него небо и земля и всё, что наполняет debesis un zeme un viss, kas pilda to. Я знаю того. Es zinu to. Который говорит моё серебро и моё золото. Mans zelts un sudrabs. Вы слышите меня? Dzirdat? Друзья. Draugi. Бог хочет вас благословить. Dievs vēlas jūs svētīt. Но он будет делать это своим путём. Viņš to darīs savā ceļā. Он будет делать это через своё слово. Viņš to darīs caur savu vārdu. Он будет делать это через свои принципы и законы. Viņš darīs to caur saviem likumiem un principiem. Ni один человек, который родился. Neviens cilvēks, kurš рождается и родится. Kurš dzimis, не сможет изменить Бога и его принципы никогда. Бог не изменяется. Библия говорит нам, 23 глава чисел, 4 книга Моисея, 23 глава чисел, Библия говорит, 19 стих, Бог не человек, чтобы ему лгать, Dievs nav cilvēks, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. 23:19. Ким блас. 23:19. Ким Dievs nav cilvēks, kas melotu, nedz cilvēka bērns, ka viņam kaut kas būtu jānožēlo, vai viņš ko teiktu un nedarītu, vai viņš ko sacītu un tas nekļūtu īstenība. Я вижу здесь множество богатых людей. Es redzu šeit daudz bagātu cilvēku. Слушайте, Klausaties, Бог, Dievs, он не изменяется, он не человек, чтобы ему лгать, не сын человеческий, nemelo. Чтобы ему измениться. Он ли сказал, не сделает, будет говорить и не исполнит. Vai tad viņš ko teikt un nedarītu? Авраам говорит, я знаю такого Бога, Ābram saka, es zinu šādu который Dievu, обещал благословить kurš ir меня. Apsolījis mani svētīt. Благословен Авраам от Бога Всевышнего. No visu varanā Dieva. Вы хотите благословения? Jūs gribat svētības. Изберите путь правды. Izvēlieties taisnības ceļu. Единственный путь. Vienīgais ceļš. Который приводит к благословению. Kurš ved pie svētībām. Это путь правды. Ir taisnības ceļš. Это путь правды. Tas ir taisnības ceļš. Нет другого пути. Nav cita ceļa. К Божьим обетованиям. Pie Dieva apsolījumiem. Нет другого пути. Nav cita ceļa. К Божьим источникам жизни. Pie Dieva dzīvības avotiem. Деньги приходят и уходят. Nauda nāk un iet. Есть люди, у которых есть миллиарды. Ir cilvēki, kuriem ir miljardi. Но они бедные. Bet viņi ir nabagi. У них нет Бога. Viņiem nav Dieva. Они нищие. Viņi ir nabagi. Они испорчены. Viņi ir samaitāti. Они боятся. Viņi baidās. Они не застрахованы. Viņi nav apdrošināti. У них нет гарантии неба. Viņiem nav debesu garantijas. У них нет гарантии свыше. Viņiem nav garantijas. Потому что они не знают жизни вечной. Tāpēc, ka viņi nepazīst Потому что они не знают того, кто дает ресурс. Есть люди, которые имеют все. Но в один день они могут все потерять. Во время Авраама был кризис. Во время Исаака был кризис еще больше. Во время Якова еще больше.
Но они ходили с Богом. Они избрали путь правды. И поэтому, когда было время кризиса, когда все богатые нищали, они становились еще богаче, потому что они богатели в Бога, потому что они духовно богатели, потому что благо мира сего не особо заботили их. Это приходило с благословением Божьим. Я говорю кому-то сегодня, Бог на этом месте. Я чувствую Божье помазание здесь. Если ты хочешь стать богатым, здоровым, сильным, то тебе нужен Бог. Я говорю тебе реальные вещи. Научись владеть временем. И тогда ты научишься владеть тем, что Бог дает тебе. Определи свою жизнь для Бога. И тогда ты увидишь, как с духовным благословением потечет благословение физическое. Потому что у Бога все приходит в комплекте. Кто-то слышит меня. Я не говорю, что ты обязательно должен стать миллионером или миллиардером. Но я говорю, что Бог обеспечит тебя здоровьем. Я говорю, что Бог обеспечит тебя деньгами. Я говорю, что Бог обеспечит тебя всем необходимым для жизни и благочестия. Я говорю о том, что ты будешь готов на всякое доброе дело. Я говорю, что гарантия неба будет у тебя. Я говорю, что защита и охрана Бога будет с тобой. Я говорю, что Бог будет давать сны твоим врагам. И Бог будет говорить им, это святой мой. Как он это сделал с Авраамом, он сказал, это пророк мой, отдай его жену сейчас же. Кто-то со мной или нет? Это не проповедь для людей, которые бегают туда-сюда и не знают, что они хотят от жизни. Это проповедь для людей, которые хотят прославлять Бога по-настоящему. Уже все, пришло время. Бог не смотрит на твои ресурсы. Бог не смотрит на то, сколько у тебя. Бог даже не смотрит на то, кто ты. Потому что отец наш Авраам был арамеянин. И Бог избрал его и сделал евреем. Потому что Бог не смотрит на то, что есть у тебя. Бог смотрит на то, что он может сделать в твоей жизни. И предлагает тебе. И он смотрит на твой выбор и говорит, избери путь правды. Избери путь правды. Я скажу вам, что происходит, когда мы избираем путь правды. Когда мы избираем путь правды, мы избираем путь Божий. И тогда ресурс неба под названием Мешиха, помазание. Мешиха, она переводится по-разному с иврита. Мешха – это также клей. Мешха – ари лиме. Это также мазь. Тапат ари снеле. Это также масло. Тапат ари эльо. Это также помазание. Тапат ари свайдиум. Есть много переводов этому слову. Тулкоюм шим вардам. Но оно исходит из слова Машиах. Бет тас изнак но варда Машиах. То есть ты получаешь помазание от помазанника, который есть Иешуа. Ту санем свайдиум но свайдита, когда ты избираешь путь правды, тогда приходит небесный ресурс. Бог не сыплет тебе деньги, но Бог дает тебе помазание Святого Духа. И тогда, когда ты начинаешь переживать помазание, это помазание, я сказал, оно говорит внутри тебя, оно говорит тебе, оно приносит тебе мудрость, оно открывает тебе двери, ты говоришь слова, которые никогда не знал. Двери открываются перед тобой. Почему? Потому что люди открываются не за того, кто ты есть, а за то, что есть на тебе. Поэтому нужно избрать путь правды. Авраам избрал путь правды. Люди говорят, ну Авраам, он же сказал, что это не его жена. Он сказал, но я говорю немного о другом. Путь правды – это Бог.
Избрать путь правды – это избрать Бога. Не так, как ты думаешь, не так, как тебе кажется, не так, как ты хочешь, а как хочет Бог. И доколе ты будешь противиться пути правды, ты ничего не добьешься. Ты разобьешь свой лоб, ты будешь мучиться, ты не умрешь, ты будешь жить, потому что Бог тебя избрал, но ты будешь мучиться, и ты каждый раз будешь не понимать, что с тобой происходит. И крейзи, ты не сопротивись, как с тобой atkal notiek. Тебе нужно смириться. Tev ir jāpazemojas. Путь правды это смирение. Taisnības ceļš ir pazemības ceļš. Путь правды это смирение. Taisnības ceļš ir pazemības ceļš. Я здесь учу, как в своей церкви проповедую. Я не приехал вам, чтобы вы смотрели на меня. Я вообще даже не приехал вас исцелять. Es pat neesmu atbraucis jūs dziedināt. Потому что я не целитель. Tāpēc, ka es neesmu nekāds dziedinātājs. Я не приехал даже вас благословлять, потому что я не я не источник благословения. Я приехал с вами, братья, делиться словом, которое он вложил в мое сердце, чтобы благословляющий благословил, чтобы исцеляющий исцелил, чтобы поднимающий поднял. Понимаете, в чем дело? Аллилуйя. Я знаю, есть много целителей в теле Христовом. Я знаю, есть много сегодня целителей. Есть много, там что-то они делают, все классно. Аллилуйя. Они, это, что они делают сейчас, подожди. А порчу разрушают, там, колдовство разрушают, все разрушают. Visu viņi izārda, visādas burvestības. Я ничего не разрушаю, я знаю разрушителя. Я знаю, как он действует. Kas izārda, un когда я говорю слово, разрушитель действует. Разрушитель проклятия, я имею в виду. Ласту, разрушитель порчи, колдовства. Tas, я просто приехал дать вам свое сердце, чтобы вы почувствовали, как оно бьется и о чем оно думает. Jums zināšanas. Я верю в Бога, который дает успех своим детям. Я верю в Бога, который дает процветание во всех сферах жизни. Я верю в Бога, который позволяет скорбям прийти иной раз, но не для того, чтобы убить нас, а чтобы поднять нас. Вы слышите меня? Я знаю людей, которые проповедуют, что уже скорбей нету, когда ты принял Христа. Человеки, даже слудины, когда ну, конечно, легко сидеть в социально хорошей стране. Легко сидеть в социально хорошей стране. Родиться там, вырасти там. Получать большую зарплату. И у тебя все дети такие культурные, но не знающие Бога. Но они культурные, но не знают Бога. И все у тебя хорошо. И ты ходишь в театр иногда. Dažreiz. И по воскресеньям ты ходишь в церковь на два часа. Все хорошо. Но это не хорошо, это ложь. Потому что жизнь правды – это жизнь приключений. Ir piedzīvojumu dzīve. Kāds ir ar mani šodien? У меня брат Игорь Башлов живет в Финляндии. Самая лучшая страна в социуме. Но он никак не может себя там найти, потому что ему все время чего-то не хватает. Потому что он хочет жить еще больше в правде. Я правильно говорю или нет? Pareizi, а есть люди, которые успокоились. Так они никогда верующими не были. Аллилуйя. Я говорю людям вообще, если успех saku, ja panākumi, приводит вас к тому, что вы уже ничего не хотите, то вы-то и Бога не знаете по-настоящему. Каждый раз, когда Бог меня благословляет, меня поднимает, я говорю, я уже вижу еще что-то впереди. Un es redzu vēl kādu priekšā. Я вижу еще какой-то бой. Es redzu vēl kaut kādu я вижу еще priekšā. Какую-то войну. Vēl kādu karu. Я не живу этими вещами, es чтобы воевать все время. Lietām, я даже на войне karot. Нахожу покой. Es pat karā но я вижу новое. Mieru, bet es redzu jaunu, новые возможности. Jaunas новые iespējas, потоки. Jaunas traumas. Обновленное видение. Atjaunot redzējumu. Я еще не пришел к тому, что Бог по-настоящему приготовил. Es vēl neesmu nonācis поэтому каждый tā, раз получаю что-то от Бога. Tāpēc es katru reizi kaut я ko начинаю no Dieva. Двигаться дальше. Es sāku virzīties tālāk. Бог есть Бог правды. Dievs ir taisnības у Dievs. Него видение. Viņam ir у него правда. Viņam ir taisnība. И путь правды – это смирение. Un taisnības ceļš ir pazemības ceļš. Это согласие с Богом.
во всякое время и на всяком месте, несмотря на обстоятельства, несмотря на давление, несмотря на ситуацию, несмотря на языки лживы, несмотря ни на что, путь правды – это путь смирения. И смирится народ мой, именуемый именем моим. Это специально для Нового Завета Соломонского. Каким именем, как его зовут? Не слышу, как зовут его? Имя, скажи мне. Ну громче, скажи на своем языке, как его зовут? Че ты так словил? Как его зовут? Иисус Христос. Иисус Христос его зовут, да. Иисус Христос его зовут. Аллилуйя. Заходите сюда, братья. Вот здесь, перед ним. Бог тебя хочет благословить Dios сегодня. Здесь, святый. Ты веришь же в благословение? Ты уже благословен. Как ты думаешь, когда ты благословен, еще благословения, если придут нормально? Как ты думаешь, я уже тоже святый, я вел отнак святый, это все нормально? Брат мой, шалом. Послушайте, Klausite. Путь правды – это путь смирения. Taisnības ceļš ir и смирится народ мой, именуемый именем моим. Un pazemosies mana tauta, mana vārda priekšā. И будут молиться. Un lūks. И отвратятся от худых путей своих. Un novērsīsies и взыщет лицо мое. Un meklēs manu vaigu. И он сделает три вещи. Un viņš izdarīja trīs lietas. И я услышу с неба голос. Un es dzirdēšu no debesīm balsi. Прощу беззаконие их. Piedošu путь viņu правды, путь правды. Они избирают netaisnību, путь правды. Jo viņi izvēlas taisnību ceļu. Un dziedināšu viņu izcilu zemi. Dziedināšu viņu zemi. Потрясающее слово. Brīnišķīgs vārds. Вышел царь правды. Iznāca taisnības ķēniņš. Вышел царь лжи. Un iznāca melu ķēniņš. Kavram. Pie Ābrama. И он избрал путь правды. Un viņš izvēlējās taisnības ceļu. Taisnības ceļu. Друзья, это очень важно. Draugi, tas ir ļoti в нашем мире mūsu pasaulē. Люди сегодня ненасытны. Cilvēki šodien ir nepieejami. Люди готовы сделать все ради того, чтобы быстро обогатиться. Ir gatavi izdarīt visu, ko lai люди ищут своей славы. Meklē savu slavu. Для чего? Kāpēc? Для того, чтобы их хвалили. Lai, чтобы им хлопали. Lai viņiem aplaudētu. Послушайте, друзья. Klausieties, нам очень важно понять, mums ir ļoti svarīgi что saprast, у Бога свои пути, ka Dievam ir savi свои цели, времена и сроки, laiki un termiņi, и у Бога свои принципы и законы. Ir savi principi un и Он говорит, если ты un viņš saka, ja tu будешь искать меня, meklēsi mani, будешь ходить путем правды, будешь ceļus, избирать мою волю, будешь gribu, подчинять мне свою волю, тогда я благословлю тебя, как Авраама. Я благословлю. То есть он уже благословил нас во Христе. Но почему-то у некоторых это только юридически. Не заверено фактически. Духом Святым. Почему? Потому что люди говорят, да, saka, я хочу благословения Авраама. Я гребу Авраама святības. Ну вот это вот, вот, ты знаешь, вот это мне не подходит. Bet вот šitais man neder. Вот šitais. А ты ему говоришь, а Авраам так тоже жил? А ты саки виням Авраама святы та дзивой? Я же не еврей, чем мне так жить? Es taču neesmu ebrejs, ko tad var gribēt no manis? Не, так не пойдет, друзья. Tā neies cauri, draugi. Нужно избрать до конца. Ir jāizvēlās viss un līdz galam. Давайте еще раз прочитаем. Vēlreiz izlasīsim. 23. глава чисел. 4. Моза, 23. нодель, 19. стих. 19. панц. Бог не человек, чтобы ему лгать. Dievs nav cilvēks, kas melotu. И не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Un nec cilvēku bērns, ka viņam kaut kas он ли скажет и не сделает? Vai tad viņš teikt, un будет nedarītu, говорить и не исполнит? Un viņš sacīt, un tas nekļūtu īstenība. Остановитесь здесь. Друзья, послушайте. Draugi, klausieties. Бог есть Бог завета. Dievs ir derības Dievs. Бог, он Бог завета. Dievs ir derības Dievs. Бог благословляет нас не ради нас Dievs и не ради наших дел, но ради своего завета. Dēļ, но в этом завете dēļ, есть наша часть. Ir mūsu daļa. Наша часть mūsu это верить ir ticēt,
и избирать путь правды. Ты не можешь говорить, я верю, но ходить своим путем. Потому что путь правды – это путь веры. А вера в Галатах написано «действует любовью». Ты не будешь ходить по головам людей, чтобы добиться своего. Ты будешь действовать в Божьей любви. Это очень важно. Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит. Вот благословлять начал я, потому что он благословил, и я не могу переменить его, Я понял одну вещь. Я видел, можно здесь говорить, я не знаю как. Я видел, как люди, которые стояли против благословения, они вдруг исчезали буквально. Они пекшни пазуда момента. Бог убирал их с пути. Я вообще никогда не верю, что кто-то может меня заколдовать за, как там называется, ворожить. Vai vēl kaut kā tur. Еще что, я не верю в es это вообще. Es Доколе я хожу путем правды пред Богом моим, доколе я верю в кровь завета, доколе я хожу в Божьей вере, которая действует любовью, я знаю, что вокруг меня множество ангелов. Я знаю, что я облечен силой Святого Духа. Я знаю, кто такой Бог. Я знаю, кто ведет меня за правду. Вы понимаете, о чем я говорю? Сапротиет, про ко Многие люди переживают. Да, ты лучше позаботься о том, ходишь ли ты путем правды ту или нет. Рупējies par to, vai tu staigā нежели искать цель. Проклятие, колдовство. Еще. Они копошатся, Никак не могут. Уже 20 лет он ищет какие-то проклятия. Уже там перевернулся в гробу его прапрапрапрапрадед, уже все. Уже его Бог простил за то, что он каялся. Я утрирую. Но, друзья, вы слышите меня? Klausat mani. Нам важно понять одно. Бог, он практичный Jums ir Бог. Jāsaprot, ka Dievs ir praktisks Dievs. Он же еврейский Бог. Viņš taču ir ebrei Dievs. Вы знаете, что Бог еврей? Ziniet, ka Dievs ir ebrejs? Вы слышали когда-нибудь? Es, как вы думаете, dzirdējuši? Иисус он Бог или нет? Jēzus ir Dievs, кто верит, что Иисус Бог, скажи мне да. Подними руку, если kurš ты веришь, что Иисус Бог. Dievs? А вы знаете, что Иисус родился по плоти иудея? Bet jūs ziniet, еврея. Ka Jēzus piedzim pēc miesas kā ebrejs? Он практически Бог. Viņš ir praktisks Люди говорят, Dievs. О, Бог тебе все сделает. О, Viņš visu dara. У Бога все условно. Он Dievam говорит, я тебе да уже сделал nosacīti. Все. Я не Viņš сделаю, saka, я уже все сделал. Es он говорит, теперь izdarīs. Твой ход. Tagad ir tavs gājiens. Твой ход. Tavs gājiens. Твой ход. Tavs gājiens. Я говорю кому-то Es runāju kādam šodien. Аллилуйя. Верить Богу не нужно. Ticēt Dievam. Он в нас верит очень сильно. Верить нужно нам. Mums ir jātic Dievam. Понимаете? Бог в нас верит. Dievs mums tic. Почему Он дал нам уверовать в Сына Своего? Viņš mums ļāva noticēt Потому что Он в нас верит. Tāpēc, ka viņš mums tic. Он верит, что у нас все получится. Viņš tic, ka mums viss izdosies. Теперь мне нужно поверить Богу. Tagad man ir jānotic Веря Dievam. Богу, я избираю путь правды. Ticot Dievam, es izvēlos taisnības Я верю, что Бог меня благословил Es ticu, ka Dievs jau man ir Я каждый раз ищу Katru новые возможности. Reizi es meklēju jaunas iespējas. Нужно искать Бога практически. Ir jāmeklē Dievu Во-первых, praktiski. Нужно приклеиться к Нему. Ir jāpielīp viņam. Я вам говорил уже, Мешиха и Машия. Es jau jums esmu teicis vārdus. Мешиха одно из переводов это клей. Мешиха vienā no tūkojumiem ir līme. Небесный ресурс приходит, чтобы тебя приклеить atnāk, к Машиаху, Христу, pie Машиаха, pie Христу, чтобы ты прилепился к Нему. Пилиптu viņam. Духом, душой и телом. Ar miesu, garu, Соединяешься vēseli, с Господом, есть один дух с Ним. Kas ir savienojies ar Dievu, Друзья, это ir все практически. Но вы должны draugi, понять одну вещь, что мы не просто абстрактно ищем Бога. Kad мы не jau tikai абстрактно, мы meklējam Dievu, un pēc tam mēs ratamies visādi. Ой, Помазание дается для определенных дел. Это средство Бога, это ресурс Божий. Чтобы ты прославил Его. Чтобы ты стал как Авраам. Авраам получил помазание в завете для того, чтобы быть богатым духовно, душевно, физически. Для того, чтобы все, кто вокруг него, обогатились. Написано, когда Авраам постарел, там написано о нем, когда он уже умирал. Я вообще не верю, что мы умираем, верю, переходим в иные миры. Там, мирстам, ticu, Когда Авраам уже отходил в мир иной,
Kad jau Abrams aizgāja uz citu pasauli, на другую планету, uz citu planētu, под названием Царство Божие, zem nosaukuma Dieva valstība, уходил, kad Abrams написано, aizgāja, и благословил Бог Авраама во всем, Dievs visā, во всем, it visā. Павел говорит об этом так. Павел сака par šo tā. Я течение совершил, веру сохранил. Ticību esmu turējis. Что это за течение? Kas par ticību? Я избрал путь esmu Божий. Izvēlējies Dieva путь ceļu. Правды. Taisnības ceļu. Веру сохранил. Ticību а теперь готовится мне венец. Lai man tiktu sagatavots vainags. Я верю, что наш Отец es Бог ticu, хотел бы, чтобы каждый из нас tēvs, Dievs, в конце grib, своей жизни lai katrs no mums мог savas сказать dzīves beigās, такие слова. Varētu pateikt tādus чтобы vārdus, мы не просто уходили из этой земли, lai mēs ne tā vienkārši aizietu no šīs zemes, люди. Kā nevajadzīgi un samaitāti cilvēki, которые не удовлетворены своей жизнью, говорят, если бы ты дал мне еще одну жизнь, un kuri teiktu, oj, ja tu man dotu vēl vienu dzīvi. Я сказал Богу когда-то, если бы еще одну жизнь ты мне дал, я хотел бы оказаться еще раз там. Вот es teiktu Dievam tā, kad, ja tu man dotu ну, Dievs vēl vienu dzīvi, es gribētu Богу dzīvot, tad tieši tādu. Bet он уже тебе дал жизнь раз и навсегда. Vairāk, Dievs nedod vairāk otru dzīvi, viņš vienu ir devis. Я сегодня, я заканчиваю. Я сегодня хотел вам проповедовать вообще о мечте. Par sapni. Мечта. Par sapni, par cerību. Вера есть осуществление мечты. Ticība ir tam, kad tavs sapnis kļūst reāls. Вера есть осуществление надежды. Ir cerības. Вера есть осуществление ожидаемого. Ticība ir tam, kad tu saņem to, ko gaidi. Твоя вера никогда не будет работать. Tava ticība nekad nestrādās. Если ты ничего не ожидаешь. Ja tu neko negaidīsi. Это очень важно. Tas ir ļoti svarīgi. Я видел людей. Esmu redzējis cilvēkus. Которых приходится заводить каждый год или каждый месяц. Kurus nākās uzvilkt katru gadu vai katru mēnesi un viņiem jāsludina viens un tas pats. И ничего не происходит. Un nekas nenotiek. Почему? Kāpēc? Потому что нет ожидания. Tāpēc, ka nav ilgas. Они похоронили свое ожидание. Viņi ir aprakuši savas ilgas. Или у них негативные ожидания. Vai arī viņiem ir negatīvas ilgas. Их вера срабатывает всегда в негатив. Un viņu ticība vienmēr viņus vilk negatīvismā. Вера есть осуществление ожидаемого. Ticība ir tam, ka tu saņem, я вам скажу, когда Авраам думал о своих обстоятельствах, я вот начинал об этом проповедовать и ушел в другую сторону. Бог ему сказал, выйди из шатра. Выйди из шатра. Ты настолько увлекся своими обстоятельствами, ты настолько увлекся этими иллюзиями, тем, что царь Содомский говорит, то есть этот мир, прообраз мира, что у тебя же не может получиться, Исаак не родится, потому что твоя жена не может рожать. Послушайте, друзья, и Бог ему говорит, выйди, 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 посмотри на небо. Вау! Как редко мы смотрим туда, откуда приходит помощь наша. И Библия говорит, помощь моя, mana palīdzība, откуда приходит? Nāk no kurienes, свыше, no augšienes, от Бога, no Dieva, от гор его, no viņa kalniem, или с гор его. Vai arī no viņa kalniem. Помощь моя от Господа, mana palīdzība ir no tā kunga, сотворившего небо и землю. Kurš ir radījis debesis un zemi. Иисус сказал, Jēzus teica, оставайтесь в Иерусалиме. Палиетет Иерусалиме. Знаете, как Иерусалим переводится? Знает, как Иерусалим толкуется. Город правды. Тайснейбас пилсета. Город мира. Мира пилсета. То есть оставайтесь в правде. Палиетет тайснейба. Оставайтесь в шалом. Палиетет шалом. В мире. Мира. И что это значит для нас? Un ko tas mums nozīmē? Молитесь. Лудзет. Молитесь. Лудзет. Кила баба ба шандала раба баба бас. Кум рабаш. Молитесь! Лудзет. Вы смотрите на свои дела. У меня не получится, Исаака не будет. Молись! Лудз. Пребывай в городе правды, в городе шалома. Палец, молись! Тайснейбас пилсета, лудз. Начинай молиться. Пац лугтес. Чем болтать, чем думать не о том. Не, молись! Та вета, лай ту рунату, кау ко, виспар, смотри на ту, небо, потому что молитва ведет тебя вверх. Дебесим, тапец, обстоятельства ведут тебя вниз. Обстакли тебе велку злею. И вы знаете что? Он знает.
Он говорит, посмотри на небо. Saka, paskaties uz debesīm. Сосчитай звезды. Saskaiti zvaigznes. Ты не тем занят. Tu ne ar to esi aizņemts. Начинай считать звезды. Sāc skaitīt zvaigznes. У Авраама закружилась голова. Абрамам апрейба голова. После этого опять Авраам. Pēc tam atkal Абрамс. Слушает Сару. Klausa берет Агарь. Ņem Хагари. Опять ошибка. Вы atkal будете kļūda. Делать ошибки. Jūs вы, избирая путь правды, будете делать ошибки. Да, к сожалению. Izvēloties taisnības ceļu, jūs Но это еще не конец. Nā, последнее слово за Бога. Tās jau vēl nav beigas. Вот я начал благословлять, потому что Он благословил. Я сегодня говорю кому-то или нет. И в конце, в 99 лет, Бог приходит к Аврааму и говорит, я Бог Эль-Шадай. Авраам, я даю тебе новое имя, Авраам. И твоей жене новое имя, Сара. Добавляй одну букву. Эй, эй, скажи эй. Эй, пилекот. Эй. Эта буква символизирует Божью благость. Он говорит, я изливаю на тебя Viņš благодать. Saka, пришло время. Все. 99 года Абрахама. И он говорит с ним, он говорит, да. Saka, если бы ты об Исмаиле еще. Ja, ja tu vēl он par говорит, Ismaelu, я об Исмаиле тебя услышал, все нормально. Ja, пошлю новое поколение Ismaelu, в Пакистан и в другие места, они будут проповедовать, и те спасутся. Tur, аминь. Он говорит, я тебя услышал Viņš об Исмаиле. Saka, esmu tev dzirdējis par Но Исаак родится именно от Сары. Tieši no Sāras. И потом написано, перестал Бог говорить Un с ним. Ir rakstīts, ka Dievs и вошел от него. Куда он вошел? Un aizgāja viņš no viņa. Туда, aizgāja? Чтобы Tur. Опять он что сделал? Lai atkal ko darītu? Смотрел на небо. Lai viņš skatītos uz debesīm. No kurienes Поиграйте nāk мне, мы сейчас будем молиться. Поиграйте быстрее мне на клавишах что-нибудь. Встаньте на свои ноги, пожалуйста. Мы будем молиться сейчас. Кимбрасато. Килама самбре киндаларамас. Кумбрелимаситала камбрелимос. Здесь есть пророческое помазание сегодня вечером. Я видел орла, не по дороге, в доме там. И я говорю, Бог что-то хочет пророческое произвести сегодня. Кимблас. Богу иной раз нужно что-то показать мне для того, чтобы я понял, что Он хочет. Кимбраламас. Кимбламбрелимас. Шапакабарилендорробос. Уберите, пожалуйста, эту кафедру. Кимбраламалаламасия. Кимбраламасандорробо. Кимбларамас. Кимбламасато. Я хочу, чтобы все закрыли глаза и молились, пожалуйста. Молись. Давай молись, потому что у тебя великое будущее, потому что Бог приготовил что-то для твоей жизни, потому что Бог говорит, этого тебе мало, этого мне мало, я хочу дать тебе больше. Ты говоришь, кто я такой, Господь? Господь говорит, вот так и оставайся, понимая, что ты никто, что я все во всем для тебя. Кимбрала сото, кимблама санда, кимбрала лама сито, рембели кимбрая лама сото. Просто играйте мне что-то, пожалуйста, на клавишах. Бог говорит, я ограждаю тебя от зла, я наполняю тебя своими благами, я даю тебе силу свыше. Кимбласоро, шитала ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба-ба, кириала масондо робо кимбрала масая, кимбрала масондо робо кимбрала ма. Так говорит святой и превознесенный. Ты знаешь, что ответственности будет еще больше. И она возрастет на твоих плечах, говорит Господь. Я сделаю это. И через это я подниму тебя еще больше. Так говорит святой. Имя его Эль-Шадай Иегова. Он говорит, что я дам тебе власть, которой еще не было у тебя. Для того, чтобы ты мог понести то, что я возлагаю на тебя, говорит Господь. Кимбас. Ты знал это внутри своего сердца. Господь говорит, я расширяю твое сердце для ожидания. Господь говорит, ожидание будет больше. Господь говорит, там, где были
поражения будут победы. Господь говорит, я избавляю тебя от руки врага, для того, чтобы ты прославил меня. Никогда не забывай, что я избрал тебя и положил на тебя свою печать. Шаталамасия. Кимбламасандо робо кимбас. Кималамасанда. Наполни его. Господь говорит, наполнение придет внутрь тебя, как никогда раньше. Господь говорит, есть вещи, которые я уберу совершенно, и вещи, которые положу внутрь тебя. Это принесет благословение. Келамасо. Я слышу дух, который говорит, мои орлы будут высвобождены с небес. Я слышу Дух Божий, который говорит, мои орлы не будут подниматься из земли, они придут с неба. Кимбас, кимбаба, раба камбаса, рокомбари андаларидоло робосетея, кифараламасо фраламас. Я хочу, чтобы все пастыря и служители вышли сюда сейчас. Бог будет наделять вас определенной силой свыше. Что-то с вами будет происходить. Закройте свои глаза и ожидайте силу от Бога. Кимблас, только пастыря и люди, которые в служении слова. Кимбламаса токо брелемас. Кинамасо праламариандос. Шамала кимбрала ламасо, шидала брала мас. Закройте свои глаза. Я призываю Дух Божий с четырех концов земли прийти и наполнить этих людей. Я призываю Дух Божий, Руаха Кодеш, Бешем Иешуа, прийти и наполнить. Помните, а шапараламас, огонь, 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 огонь. Прими дух поклонения, которого никогда еще не было. Он был только в начале, но я расширяю, говорит Господь. Киламасото, кимбрас, расширение границ, утверждение Царства Божьего, разрушение твердынь. Наполни его, кимбрас. Дух Божий, Руаха Кодеш, Мешха, Шибалакас, я одеваю на тебя одежды правды, одежды жизни и силы. Говорит святой, мои священники облекутся в силу и в правду. Это моя одежда, говорит Господь. Это мое двойное помазание. Ты здесь для этого, чтобы получить одежду правды, силы. Мое двойное помазание, как Елисей, как церковь от меня. Наполни, наполни. О, дочь моя, ты моя слуга. Так говорит живой, превознесенный и святой. Ты ждала этого времени, и мне нравится твое ожидание. И когда ты была внизу, ты все равно ожидала, ты не оставляла этого. Ты молилась и плакала предо мной. Твои скорби знаю я. Я высвобождаю дух преображения. И я преображаю тебя и твой дом, и эту церковь. На пол, кемалас, кимбраса токобас, киламасандо, шидаба. Господь говорит, сын, в
твоем сердце нет места для гордости. Все, что я буду делать в последующие дни, будет намного славнее, нежели прошлые годы. Поэтому смирись под крепкую руку мою и вознесу тебя в свое время. Наполни, наполни, киламас. Бог говорит, отпускай, чтобы принимать новое. Бог говорит, я приготовил новое. Я обновляю мой завет с тобой. Наполни. Хирамас. Шибрамас. Я вложил внутрь тебя дух слуги. Господь говорит, насколько это будет развиваться, настолько благословение будет приходить в жизнь твоей семьи. Наполни его. Наполни его. Хирамас. Я молюсь за каждого здесь присутствующего. Пусть сила Святого Духа наполнит каждого. Пусть благодать Иисуса, любовь Отца Бога. И пусть сила Святого Духа, огонь наполнит вас. Шакабари аламас. Руаха Кодеш, наполняй нас. Наполняй нас помазанием. Ау. Это время, когда царством овладеют святые. Это время, когда Бог вложит богатство и ресурсы в руки святых. Это время, когда финансы потекут рекой в жизнь тех людей, которые призваны распространять царство великого Бога. Бог говорит, насколько зло возрастает, настолько и правда моя растет через моих слуг. И для того, чтобы они говорили эту правду, я высвобождаю дух помазания, чтобы ресурс неба приходил на их жизнь. И чтобы двери не закрывались, как я сказал помазаннику моему Киру. О, камбрас! Я пророчествую это! Я пророчествую это! О, я пророчествую это на Израиль, на Иерусалим, на церковь живого Бога также по всему лицу земли. Кимблас, Кирабас, поднимай миллионеров, миллиардеров в теле нашем. Дух Святой, который не уповает на богатство тленное, но на Бога, который дает всем все. Аллилуйя, Сина Рабас. Без упрека, просто кимбласа, шидалабраламас. Господь, я молюсь сейчас за исцеление. Ты сказал, исцеление – это хлеб для детей. Сила! Примите свое исцеление сейчас. Делайте то, что вы не могли. Быстрее, сейчас. Начинайте делать. Я вчера одной женщине сказал, беги, беги. И она начала бежать. И пока она бежала, Бог исцелил ее. Просто принимайте исцеление сейчас. Принимайте исцеление. Во имя Иешуа. Аминь. Сейчас мы споем еще. Просто играйте. Сейчас мы споем. Килабас сато. Присядьте на минуточку. Присядьте. Завтра здесь будет еще служение. Вы должны прийти обязательно и привести своих друзей. Обязательно. Особенно неверующих. Потому что они, да, и все, они уже умирают. Им нужно спасаться. Приводите этих людей. Аминь. Если здесь есть люди, которые не заключали с Богом завет, вы еще никогда не говорили, Иисус, я такой грешный человек, прости мне мои грехи. Если здесь есть такие люди, просто подними свою руку тихо. Я хочу с тобой помолиться. Это очень важно. Есть такие люди здесь? Не стесняйтесь, потому что вам нужно спасение, вам нужно получить все, что я сегодня говорил. Но вам нужен Иисус, потому что Иисус – путь истинной жизни. Есть такие люди? Поднимите руку, если здесь есть такие люди. Киламас. Аллилуйя. Нет, да, все верующие, да? Аллилуйя, слава Богу. Аллилуйя, я уже в Царство Божье попал. Хорошо, завтра во сколько служим? 19:00 завтра вам надо прийти. Хорошо, есть люди, которые получили исцеление, поднимите руку, если Бог исцелил вас. Аллилуйя. Поднимите руку, если вы получили исцеление сегодня. Аллилуйя. Мы слышали, что в прошлый раз вы получили. Сегодня, если кто-то получил исцеление,
Ты чувствуешь исцеление в своем теле. Аллилуйя. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Слава Господу. Слава. Хорошо. Воздайте славу Богу. Славу Деву. Аллилуйя. Аминь. Давайте споем что-то, да? Эй. Аллилуйя. Господь достоин славы. Аллилуйя. Аллилуйя. Ты достоин всей славы, Иисус. Великий и прекрасный, народы все и царства перед тобой склонятся, Божий Сын лишь для тебя, лишь для тебя вся жизнь моя. Ты нас освобождаешь, любовью направляешь, огонь нас зажигаешь. Божий Сын лишь для тебя, лишь для тебя. Хвала моя, хвала моя. Аллилуйя! Будем петь, петь, благодарными сердцами будем петь, петь, петь вместе, вместе с небесами воспевать хвалу и славить Иисуса. Вместе с Иисусом, вместе с Иисусом. Arpatei cīgāt sirdī, mēs Tev dziedāsim. Debesis, lai cirkus, kad mēs slāvējam un godinām Jēzu Kristu. Tī bilīgi, bilīgi ir prekrasni. Народы все и царства перед тобой склонятся. Божий Сын лишь для тебя, лишь для тебя вся жизнь моя. Аллилуйя! Ты нас освобождаешь, любовью направляешь, огонь нас зажигаешь. Божий Сын лишь для тебя, лишь для тебя вся жизнь моя. И мы не перестанем петь Ему. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем петь, петь, петь вместе с небесами, воспевать хвалу и славить Иисуса. Будем петь, петь, петь с благодарными сердцами. Будем mēs Tev dziedāsim, Jēzu! Mēs Tev dziedāsim ar pateicīgām sirdīm. Mēs Tev dziedāsim debesis, lai dzird mūs, kad mēs slāvējam un godinām Jēzu Kristu. Ar balsīm noziedam visu kopā!
mēs Tev dziedāsim. Ar pateicīgām sirdīm mēs Tev dziedāsim. Debesis, lai dzird mūs, kad mēs slavējam un godinām Jēzu Kristu. Dievam patīk dzirdēt Tev balsi. Mēs Tev dziedāsim. Ar pateicīgām sirdīm mēs Tev dziedāsim. Debesis, lai dzird mūs, kad mēs slavējam un godinām Jēzu Kristu. Aleluja! Aleluja! Воздайте славу Богу! Я хочу продолжать играть просто понемножку. Я хочу всех, кто нуждается в молитве, чтобы вышли сюда. Тем, потому что я так слышу в своем духе. Ты не должен обиженный уйти домой. Тев нау я изъедет. Придите сюда все, кто нуждается в молитве. Быстрее станьте здесь перед домой. Аллилуйя. Аллилуйя. О, это брат, которого Бог исцелил. Аллилуйя. Все станьте здесь. Все. Виси, ну, давайте пастыря выйдем, будем молиться. Пожалуйста. Пожалуйста, выйдите, давайте послужим народу Божьему. Калпосим это очень Дева важно. Это возложим свои руки. Ликсим, в сострадании, в любви, в помазании. Киламас. Килам, пастыря, выходите, будем молиться, пожалуйста. Киламас, сандор, роболы, кимбра, яламас, сандор, роболу. Шидалабра, ламас, ялабра, ламали, дебри, яламас. Kuri balalamas, sandolori alamas, shida labri alamalalamas. Kilam bamboro lomosia. Закройте свои глаза, мы будем молиться сейчас за вас. Kila baralabasia. Karabas, sandoro, boshida labri alamas, saraba. Пастыря, выходите, будем молиться. Kila masanda. Просто ожидайте сейчас, братья, сестры, что Бог что-то сделает потрясающе. Kila masabri alamas. Закройте глаза и ожидайте. Давайте молиться, братья. Киламасандо робола кимбра яламасандо робола кимбрас рибини бра яламасандо лоробоши молиться люди кимбласандо робола комбо огонь огонь благословение благословение благословение. Thank you.